Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 16, упражнение номер 2. Катя придумала 5 примеров наслаждения и 4 примера навычитания. Поставь вопрос так, чтобы задача решалась вычитанием. Давайте сначала разберемся с условием этой задачи. Из него нам известно, что Катя придумала 5 примеров наслаждения и 4 примера навычитания. Чтобы задача решалась вычитанием, мы зададим следующий вопрос. Насколько меньше примеров на вычитание, чем на сложение, придумала Катя? Чтобы узнать, насколько одно число больше или меньше, чем другое, нужно из большего числа вычесть меньшее. То есть нужно из 5 вычесть 4. Получится 1. На один пример на вычитание меньше, чем на сложение, придумала Катя. Записываем ответ, ставим 2 точки и пишем. На 1 пример. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.